Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня Doggy Miner без вложений, где нам при регистрации дается бонус 2000 ДХС. Значит, называется Doggy Bits. Это самый быстрый и масштабируемый цифровой актив, позволяющий осуществлять глобальные платежи в реальном времени в любой точке мира. Регистрация здесь очень простая. На почту мне ничего не пришло. Думаю, с регистрацией проблем не будет. Значит, что здесь они нам предлагают? Теперь пришло время добывать у нас инвестиции в Doggy Bits. Bits майнинг, получи 2% каждый день. Это от инвестиций. Я же здесь работаю без вложений. Значит, как начать регистрация, сделать депозит, получить прибыль. И у них здесь конкурс, друзья. Конкурс YouTube. Сделайте видео о депозите или вывод Виндрав, или расскажите о проекте, да, Doggy. Видео должно длиться 5 минут. И добывать заголовок «Биты доджей». Вот это мы должны поставить на оригинал. Вот это скопировать. А затем отправить ссылку на видео на адрес. Вот адрес у них здесь скопируете и отправите. Это для YouTube-блогеров. Конкурс заканчивается через 18 дней. Вот здесь идет отсчет времени. Так. И призы. Какие нам дают тут призы? Первый, 50 тысяч, первое место, Dogecoin. Второе место, 25 тысяч Dogecoin. Третье место, 10 тысяч Dogecoin. Четвертое место, 5 тысяч. И так, пятое, 1000. И с 6 по 20 место, 500 Dogecoin. Коинов. Призы будут присуждены в конце времени конкурса. Вот здесь, друзья, идет отсчет времени. Далее информационный сайт. Запуск сайта 13 июля. Всего участников 4000. Так, общий депозит вот на такую вот сумму. Всего снято 45 872 дога. И сайт зарегистрирован в Великобритании. Сертификат. Я войду в аккаунт и посмотрим изнутри, что у нас. Авторизоваться. Ну, это дашборд, приборная наша панель. Я зарегистрировалась вчера поздно вечером. Мне начислили 2000 ДХС сразу, уже по умолчанию. И у меня за ночь на данный момент уже один док. 1.31 док. Так, это у нас реферальный баланс будет. Далее всего снято, но у меня еще ничего не снято. Ну и здесь ID member, наш ID. И вот здесь у нас находится партнерская ссылочка. Далее вкладочка идет «Купить ДХС». Это по желанию. Я здесь работаю пока без вложений. Можно покупать с биткоина, лайткоин, Dogecoin, Bitcoin Cash и Ethereum. Здесь вот сумма по умолчанию. Нажимаем «Купить ДХС». Далее у нас идет учетная запись. И здесь наши ДХС. Ну, вот сделка, да? При регистрации. Далее направление. Будет отображаться наши партнеры. Вкладочка далее идет «Изымать». Здесь у нас вывод. Минимальный вывод 50 Dogecoin. Так. Так, вывод будет быстро обработан системой. Так, плата. Вывод средств взимает один... Ага, тут комиссия. Один Dogecoin у нас снимут. Комиссионные. Так. И вот здесь у нас сумма будет стоять. 50 Dogecoin должно по умолчанию. И выводить на биткоин.
Litecoin, Dogecoin. На Dogecoin выводить здесь на прямой кошелек. Далее Ethereum, Bitcoin Cash. Так. Здесь у нас можно создать тикет. Если возникнут какие-либо вопросы, здесь имя и краткое сообщение, вопрос, да, как, что нас интересует. Кратенько составить. Желательно это все делать с помощью перевода, переводчика Google. Как бы и нажимаем отправить. Ну а здесь посмотреть билеты. Вот. Возвращаюсь, приборная доска. Здесь вот сообщение, мне его не открыть почему-то. Вот нажимаю, оно не открывается. И здесь тоже. Что-то ничего. Так, еще что я хотела сказать. Сейчас я вернусь на главную страничку. Вопросы, ответы. Опускаемся ниже. И вот часто задаваемые вопросы. Минимальный депозит. Это, друзья, по желанию 100 Dogecoin. Минимальный вывод вот 50 Dogecoin. Так, ну здесь говорится, что нам дают бонус 200 ГХС. Ну и здесь реферальная программа. Но есть вопросы, свяжитесь с нами. Вот здесь можно нажать и как бы связаться, да? Так, ну про конкурс я вам рассказала. Что еще здесь такого? Ну, в принципе, вроде как все я вам рассказала. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Можно без вложений, как я работаю. Когда наберется у меня минимальная сумма 50 Dogecoin, буду пробовать выводить. Ну, а по поводу депозита, там покажет время, вкладывать, не вкладывать. Вот сначала я хочу проверить на вывод, а уже потом... Как он себя поведет, покажет время. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. В принципе, на этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.